Я бывший коммунист. Может, вы любите Россию за ту военную политику, которую она ведет по внешнему? Какую? Нет, из-за этого не люблю. Я люблю народ, деревенский народ. Я пинажировался, бурнзаве, и бак бурн. Тяна шировался, бурнзаве. Бунда, кажется, он праздник устраивает. Живем, радуемся ситуации. Любите Россию? Россию, конечно. Че? Можете сказать, за что вы его любите? Как? Я служил его там, в России. Должна быть для России, поэтому... А вы бывали там за границей? Ну, это туда не граница же была. Украина. Говорите, вам нравилась Украина? Как? Ну, там, мне постоянно же раз. Один раз был, все, там, заходили. Ну, а сейчас как? Сейчас я их хохлов не люблю. Они поменялись, думаете? Я не люблю ее хохлов, прям скажу. Угу. Я здесь родился, здесь моя родина. Это моя родина. Люблю, не люблю. Ну как? Она моя родина. Детям все сказано. А вот вы спросите сейчас француза, вы любите Францию? Или спросите у лаосца, вьетнамца или же камбоджийца. Ты любишь Камбоджу? Он что скажет? Да, я здесь родился, я здесь живу. Я здесь родился, я здесь живу. Здесь выросли мои дети. Я люблю свою природу, свою, всю свою местность. Вся моя тут детство, юношество и зрелый возраст. Я уже вон за пенсию. За то, что она справедливая у нас. За то, что у нас, ну, как сказать, живем нормально пока. Обращение у нас, умеем мы обращаться. Люди мы хорошие, добрые. Может, поэтому у нас еще, как сказать, все равно все условия есть пока жить. А как же? Любим Советский Союз, но куда деваться? Все же записывает. Ну а куда деваться? Приходится пить. Плевала я на все это. Прощай. М? Прощай, говорю, прощай. Мы на хлеб идем, магазин не может в деревне. Что за, что это такое? Что за бардак? Магазина нету. Вон ходит, ездит. Мы ждем хлеб купить. Да, странно очень. Не страна, а только. Сейчас меня посадят, менты. Заберут. Забирайтесь их с вами. Я уже старый человек. В общем, мы недовольны властью. И куда это пойдет? Ну, YouTube канал. Ну... Эй, это фигня все это. Мне не было переживать. Не гамжин такой ермозы. Удивил, неужели удивил? Все же так говорят, все, все. Как? Мамбек возраст изим, курды, и в Каламбек калачач курды. То что, против? Ну, конечно, как нет-то. А вы как считаете? Он один в земную землю, он галочный аромат. Значит, вы свободный человек, да? А? Свободный человек. Ну да, мне плевать. Вот такая вот у нас страна. Давай. Такие у нас ЖКХ. А я ЖКХ, я хотела с ними судиться, потом я думаю, вот что я буду судиться, что придут, убьют. Да, все может быть. Так что вот таких, как я, мало, все молчат. Всем нужно угодить. Ладно тогда, спасибо. Здоровья вам. Просто все. Извините. Политикой я не занимаюсь.
политик. Политика не интересует. Старость будет, пока сил есть, работаем. В следующем году, может, силы не будет уже. Ладно. Помоложе ищи, конечно. Кирпичный дома, вот. Дом сзади вот кирпичный. Потом самый крайний кирпичный тоже. А то это в трех домах, четырех там никто не живет. Нету там никого. Угу. Ладно, схожу. Здравствуйте. Ну, заходи. Можно, да? Заходи. Чё ты как этот? Да, извините. Заходи. Максима. Дверь закрывай. Правильно, улица писателя Максима Койкого. Извините. Садись, это, журналист приехал. Садись. Угу. Присядьте тоже. Присядьте. Любите ли вы Россию? Чё? Любите ли вы Россию? Очень, чтобы она сдохла. Ещё чё? А чё она мне дала? Россия твоя, чё она дала? Да люблю я её, я шучу. Это ж моя родина, ты чё? А можете сказать, за что вы его любите? За простор. Она ж от востока до запада. А я была и на востоке, и на западе. Так что я ее всю проехала. А это ваша работа была или как? Да. Кем вы работали? Я врач. Я врач. Нет, ты кто такой? Ну, журналист. И чё ты пришёл? Ну, вот журналист, пару вопросов хотел вам задать. А зачем? Это будут смотреть иностранные люди. Какие иностранные? Ну, с Великобритании там будут смотреть, может... Кто? И американцы, может, и немцы будут смотреть. Да пошли не нахер, и немцы, и американцы. Нахер они пошли. Нет, они думают о том, что вот немцы думали о том, что на такую огромную страну полез Гитлер воевать, а? Ну что, он дурак, что ли? И теперь Америка жопу поднимает. Чего ей надо? Ведь если нас разозлить, мы Америку сотрем в порошок. Она что, думает? Нет. Вот я не пойму их, этих людей. Они что, думают или не думают о последствиях? Спасибо большое. А мне тебе и угостить нечем. Да, не, спасибо. Ну ладно, бежи. Спасибо. До свидания.